здесь установлена специальная камера, она, правда, сейчас не подключена в конкретный момент, которая снимает все происходящее. И также датчик лица, который может распознавать, например, неприятеля, там, противника, кого угодно. В общем, робот СВБ предназначен для мест, которые не может попасть человек. Он в вас врезался. Вы слышали, сигнал был? Это он понял, что он в вас врезался и... Да, это экстренное... Это экстренно, если он там что-то не довидел.